Сопка любви. Река Ульдурга. Вон сопка. Это, как всегда, двое несчастных, которым не разрешали пожениться. Они пришли на эту сопку и кинулись сея вниз. Бурные, легкие пути. Все, ее не видно. По бокам она порвана. Сейчас накачай, когда увидите. Иваныч, все, поехали. Поехали. Ребята. Ты уже которую сигарету куришь? Сегодня первую. Там все в окурках катера. Это там другие курили. Это я вчера одну, сегодня вот. Уже, наверное, сегодня больше курить не буду. Да, все, завязываю. Это же вред. Сюда, и провода подают пару раз, и к ним крепятся. Ровно сутки уже в Тунгакочине, на Каринге. Га, ты не пугай, елки, первые сутки. Ильич, во сколько выезжаем? А? Сколько? Считай, что нам еще надо практически 3 часа. А почему 3? Потому что каждая сторона шнурится 40 минут. Ты меня пугаешь. В сторону. Ну я буду, допустим, со Славой одну быстро, а ты в ту, потом тебе напомню. Пока вы будете шнуровать, я до конца все уложу. Потому что без сторон. 15:45. А мы пока и там же. День третий. Теперь вот на эту надо высверлить сюда 4 дырки нормально. И вырезать пластину. Желательно остальную, да? Пластину? Да. Вот сюда, чтобы она вот так выходила больше. И что делать? Ты имеешь туда с той стороны? У нас один Ильич бодрый, он только командовал. Не надо! Владимир Ильич, напутственная речь. С опозданием на 20, на 30 часов уже ровно мы пытаемся наконец выйти из славного поселка городского типа Тунгакочин. Длинный путь длиной 800 километров, чтобы насладиться природой, гальянами, плавающими зубрями. Гальянами размером сколько килограмм? Ну, пускай по 400 грамм. Ладно. Иваныч, твое слово скажи людям, которые будут смотреть. Все когда-нибудь кончается, заканчиваются наши сборы. Надеюсь, что у вас все сложится хорошо. Мы поймаем таймины. Минимум 5 штук по 20 килограмм. Ого! Ладно. И все здоровы, живы, вернемся домой. И обязательно числа 26-го. Всем привет.
съехали. Просто повезло. Верхняя точка сплава, начали рыбалку. Ильич сразу поймал линька. Я тоже поймал, но он сошел. Я уже поймал второго сейчас. Второго, первый худенький. Длинный какой-то, этот ничего. Показываю. Сколько? Кило 450. Вижу, все заснял я, кило 450. Да? Вот это стандартный колоканский пинок. Ну что, повезло тебе. А вам? Спустились по страшному перекату. Не знаю как-то. Теперь тут что-то пытаемся поймать. Не часто, но рыба вся крупная. Вот такие линки. Все за 1,5 килограмма. Вечереет. За день сплава. Сколько? 16 штук, да? От 1,5 килограмм все раз. Сколько время? 21.50. Уху сделали. Голову никто не хочет есть. Ночью Ильич замерз, 5-6 утра вскочил и творил чай.
Но было минус, на спальнях была былыни. Иваныч замерз, но виду не показал, выдержал. Как настоящий геолог он доказал. Спим прям под открытым небом. А нету никого, ни комаров, ни мошек, ни мух. Что кушает рыба, не понятно. Не, у меня тоньше, у меня 0,16 или 0,18. Я и говорю, я тогда 0,2 вытянул. Ага. Вытащил, стоимень. Али кричал, да ну нафиг, он порвет. Не, можно, можно. Длинный очень. Длинный, больше метра. Тянет килограмм на 6,7. 5-6 килограмм. Не, пятерка-то в нем железная. Я думаю, 7. Хорошо. 5-8. Иваныч, твои 5-8. Прогнозы. Эх, жадные вы, а, на килограммы. 5800. Ну ладно, опыт это покажет. 6 минимум, 6,5, но так я думаю. 7. Сегодня результат лучше, поймали 19 линков. Вчера 16. Да. Дело не в количестве, они все большие. От 1,5 килограмма. Ну, 1,2 кило есть, да? Но в основном все 1,5 кило 700. И здесь уже знаем, рыбалка должна быть. Линок булькает, прыгает на мыша. Надеемся, может, будет рекордный таймер. Ну, не рекордный, трофейный. Да, Иваныч? Ну, трофейник, наверное, больше 10 килограмм, это уже на трофейник. 20. Ну, за 20 это уже супер, это круто. Не, мы здесь ловили 9, 10, 12, 19. Ну, я думаю, больше 10, наверное, пальцев на одной руке хватит, чтобы посчитать, что вы поймали. Поэтому больше 10, наверное, считается трофейным. Да, Иваныч? Да, будем там открываться. Надо жадничать 10 килограмм трофейник. Снег идет, да? Да. Горит красный. Сколько? Ну, делись. Я же говорю, вы жадные, это тайник. Как чужой. Десять. Ты так спокойно, что ты подумаешь, что это специально. Классическая вымаша, это называется. Возьми. А душку скинь просто, душку. Скинь. Что-то он какой-то спокойный. Ну, видишь. Десяточка ты хочешь, не хочешь. Что, отпускаем? Он уже сам не хочет. 8:22. Встали в очень красивом месте. В голове сразу взял на блесну таймень. Чистим рыбу. Ну, Иваныч, а для тебя вода в вейдерсах как, холодная? Нет. Вот видишь, Ильич. Ильич, Иваныч уже жертва маркетинга. Линки опять все крупные. 1,200, 1,500, один, наверное, 1,700. Там первая яма. Там вторая яма подскальная.
Здесь третья яма. С той стороны опять яма. И там дальше опять яма. И дальше за поворотом длинный плёс, где мы будем ночью мышковать. И наловим их ёмыш. Лано. Пойман линок кило 530 и кило 370. Сиг какой-то интересный. Сига. Ильич пьет воду из лано. Называется камень. А? Просто камень. Остается, подрочили, потом собираем. Так, посреди реки стоит. Рыба точно. Не едем до места ночевки. Да, надо поворот.